Всем привет! Сегодня расскажу, как можно связать маленькую корзинку для пасхального яйца. Корзинка вяжется очень легко, и все мы справимся с этой работой. Для работы я возьму нить. У меня вот такая вот ленточная пряжа. Если у вас нет ленточной пряжи, не обязательно. Самое главное, чтобы ниточка была более плотная, чтобы корзинка держала форму. Крючком я буду вязать тройкой. И этот крючок соответствует толщине моей пряжи. Для начала провязываем начальную закрепительную петлю. Затем вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. И во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду провязываем 6 прибавлений. В каждый столбик предыдущего ряда будем вязать по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Следующую петлю прибавления 5, 6, следующую петлю 7, 8, следующую петлю 9, 10 и последнее прибавление 11, 12. И сейчас в нашем круговом ряду 12 столбиков без накида. Следующий ряд снова прибавления и продолжаем вязать круг, увеличивая его в каждом ряду, провязывая по 6 прибавлений. Теперь будем прибавлять, чередуя столбик без накида и прибавление. И у нас получится с вами 18 столбиков без накида. Столбик без накида 1, прибавление 2, 3, столбик без накида 4, прибавление 5, 6, столбик без накида 7, прибавление 8, 9, столбик без накида 10, прибавление 11, 12, столбик без накида 13, прибавление 14, 15, столбик без накида 16, прибавление 17, 18. Провязали круговой ряд. В следующем круговом ряду снова прибавление. И теперь будем прибавлять, провязывая 1, 2. В третьем столбике будем вязать 2 столбика, то есть прибавление. Так будем повторять 6 раз. У нас с вами получится 24 столбика без накида. Провязываем 1, 2, прибавление 3, 4, 5, 6. Прибавление 7, 8, 9, 10, прибавление 11, 12, 13, 14, прибавление 15, 16. 17, 18, прибавление
19, 20, 21, 22, прибавление 23, 24. Провяжем еще один ряд с прибавлениями. Теперь будем провязывать прибавления, чередуя 1, 2, 3 столбика без накида. Затем прибавление. Так повторим 6 раз. У нас получится с вами 30 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, прибавление 4, 5, 6, 7, 8. Прибавление 9, 10, 11, 12, 13. Прибавление 14, 15, 16, 17, 18. Прибавление 19, 20, 21, 22, 23. Прибавление 24, 25. И еще раз повторяем. Шестой раз. 26, 27, 28. И прибавление 29, 30. Вот дно нашей корзинки лукошка готов. Далее будем вязать вверх. И для этого провяжем вначале 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Сделаем накид и теперь провязывать будем до конца ряда за заднюю стенку петли столбики с одним накидом. Так вяжем до конца кругового ряда. Провязали 30 столбиков с одним накидом за заднюю стенку петли. И присоединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Далее будем вязать узор с рельефными выпуклыми столбиками. Будем провязывать 3 столбика с одним накидом, затем 2 рельефных столбика. Потом 3 столбика с одним накидом и 2 рельефных столбика. И так будем повторять по кругу. Вначале провязываем 3 воздушные петли. И еще 2 столбика с одним накидом. Затем делаем накид и вяжем 2 рельефных столбика выпуклых лицевых. Накид. Вводим крючок под следующий столбик предыдущего ряда. Подхватываем рабочую нить. Вытягиваем ее. Накид. Провязываем 2 петли с крючка. Снова накид. И еще раз 2 петли с крючка. Так мы провязали с вами рельефный выпуклый столбик. И второй провязываем накид под столбик предыдущего ряда, вводим крючок, набрасываем рабочую нить, вытягиваем ее. На крючке у нас образовалось 3 петли. Накид, провязываем сначала 2 петли с крючка, снова накид и провязываем еще 2 петли с крючка. Далее вяжем 3 столбика с одним накидом.
1, 2, 3. Два рельефных столбика. Три столбика с одним накидом. 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 И заканчиваем ряд, провязав в конце 2 рельефных столбика. Присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. И так мы провязали с вами уже второй ряд корзинки. Провяжем еще 2 ряда. И теперь уже нам будет легче, уже видно, где у нас рельефные столбики. Провязываем вначале 3 воздушные петли подъема, затем еще 2 столбика с одним накидом. То есть над столбиками с одним накидом провязываем столбики с одним накидом. А над рельефными столбиками вяжем также рельефные столбики. Вот у нас следует 2 рельефных столбика. И провязываем над ними также рельефные столбики. Так вяжем до конца этот ряд и провязываем еще следующий ряд. Всего у нас будет связано 4 ряда верха корзинки. Довязали 4 ряд до конца и присоединились соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Ниточку можно обрезать, оставив немножко длины, чтобы пришить с одной стороны ручку. Вот так оставляем. И теперь свяжем ручку для пасхальной корзинки.
Для этого провяжем в начале начальную закрепительную петлю и свяжем 33 воздушных петли цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Сделаем накид. И начиная со второй петли от крючка, будем провязывать в каждую петлю воздушной цепочки полустолбики. Почему я выбрала именно не столбики без накида, а полустолбики? Так как получается немного плотнее сама ручка корзинки. Итак, провязываем полустолбики до конца ряда, то есть до последней петли цепочки. Довязали до конца ряда полустолбиками и затем обрежем нить достаточно так, чтобы длина ее была такой, чтобы можно было иголочкой. Вот следующим образом мы сделаем, и плотнее ручка станет. Так, пройдемся иголочкой между полустолбиками. Попала именно в саму ниточку, поэтому так тянется. И вот так прошлись до конца провязанной ручки. Вот опять. Подтянем нить. Вот ее можно даже немножечко присобрать. Будет красивей, рельефней казаться ручка. Ну, только не сильно. И теперь ручку пришиваем. Здесь у нас уже есть ниточка для пришивания. Пришиваем сюда этот конец. Ну, приблизительно вот так. И с этой стороны симметрично прикладываем ручку и также пришиваем. Но чтобы не ошибиться в высоте ручки, положим яйцо в корзинку, которое мы связали. Еще мы вязали в прошлом году, может быть, кто-то в этом году. Я под видео сделаю ссылочку на видео, где мы вязали яйцо. И именно размер этого яйца хорошо подходит такую корзинку. Ну, так пришиваем. Потом можно еще украсить вот такой ленточкой. Будет очень красиво. Можете что-то еще сами придумать. Какое-нибудь украшение для корзинки. Вот такая у нас с вами корзинка получится.
А я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До скорой встречи!